Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу. Не за горами самый замечательный праздник Новый год. Осталось даже меньше месяца. Да, сейчас жаркая пора. Все готовятся к корпоративам, утренникам, вечеринкам. Телефоны ведущих просто разрываются. Да. И поговорить об этом мы пригласили нашего замечательного гостя. Да, как украсить любой праздник, знает Инна Мюллер, продюсер, организатор праздничных мероприятий. Доброе утро. Доброе утро. Инна, как настоящий продюсер, не ходит одна. Да, она ходит с охраной. Двое из ларца. Почти одинаковых с лица. Да. Старца. Да, мы не зря говорили, что сегодня у нас будут и музыкальные инструменты. Друзья, ребята не просто пришли в кафтанах и с горшочками, они нам еще расскажут и покажут. Да, ну для начала, Ин, расскажи, правда сейчас горячая пора? Да, уже все новогодние даты заняты, и сам Новый год уже расписан. Поэтому, кто не успел, тот, к сожалению, наверное, останется уже без праздника. Не пугай, не пугай. Да нет, конечно. Мы волшебники, обязательно что-нибудь придумаем. Инн, ну а скажите, пожалуйста, в основном кого приглашают? Ну, естественно, Дед Мороз и Снегурочка, да? Ну, а кого в первую очередь, наверное, все-таки ни один праздник не обходится без ведущего. Спасибо, что ты показала на меня в этот момент. А вот затем уже, конечно, шоу нужно наполнять всевозможными артистами, ну и спецэффектами, чем-то радостным, веселым, ну, позитивным. А самое необычное наполнение, это что? Вот какой у тебя был заказ самый необычный? Там, не знаю, пригласили эквилибриста на пуантах, я не знаю. Было что-то вот такое, что практически невозможно исполнить? Не знаю, ты меня сейчас прям застал врасплох, но... Я думаю, что в данном случае ребята от Tesla Beat – это очень необычные гости на вашем корпоративе. Да, они придут с горшочком, скажут: «Горшочек не вари». Горшочек звучи, звучи, он зазвучит. Инн, а в этом году есть какой-то прям тренд на корпоративах, вот, что-то необычное, что появилось именно вот к этим новогодним корпоративам? Честно, я не могу сказать, потому что у всех разное настроение, у всех абсолютно разные вкусы. Но, конечно, в первую очередь мы сделали уклон именно на патриотизм в этом году. Mm-hmm. Ты знаешь, вот у меня в этом году на новогодний корпоратив один пройдет стилистический столетие революции. Oh. Да, будут матросы с транспарантами. Да, но, конечно же, будут ребята Tesla Beat. Пацаны, за ведра, что они здесь делают? Макс, расскажи. На самом деле все очень просто. Дело было так. У нас существовали и другие номера до этого. Uh-huh. Но в какой-то момент по совету нашего продюсера, да, был выбран такой вариант, который прежде всего, конечно, подчеркнет национальный колорит нашей замечательной большой страны и родины. Ну покажите. Ну что ж, давайте подчеркнем. А у нас есть технический директор, который непосредственно занимался разработкой. Разработкой, да. У нас обычно так: идеи, реализация, оптимизация. И техническое воплощение. Да, техническое воплощение. Ну, Паш, ну сыграйте уже интересно, как все это звучит. А у нас есть, смотри, Степ, у нас есть самовар и два ведра. Вот самовар и два ведра — это такой минимальный набор на вашем группы, мероприятии. Да? Который... Самовар и два ведра. Понимаешь, да? Но зато любой корпоратив удается сразу. Вот люди пришли, у них, как говорится, два ведра и самовар. Кому-то чаю, а кому-то... А кому-то ведро. Два ведра. Да. Если ведра остаются наполненные, значит, в коллективе... Ну, давайте, ребят, зажгите, покажите, с чем вы сегодня пришли, не просто так. Мы, конечно, будем делать это под фонограмму. Ребят... Поможем. Все-таки прямой эфир, шучу. Да. Вот, поэтому мы ждем нашей музыки и сделаем это. Поехали.
высекали из ветер. Высекают из ветер. Кто спал, тех разбудили, да, друзья. Ну что ж, здорово. Обычно на мероприятиях просто люди в какой-то момент начинают засыпать от усталости. Будильник, вот такой будильник, надо сказать, что если кто-то спит особо таким беспробудным сном, мы можем и подойти как-то потрясти даже некоторых гостей. Ну что ж, потрясающе. Ребят, ну хочется только пожелать, чтобы сил хватило на всю новогоднюю кампанию. Впереди трудные будни рабочие. Мы пьем витамины, занимаемся спортом. И прокачиваем руки, чтобы барабанить по палочкам на барабанах. Ну что ж, большое спасибо, удачи. У нас в гостях было шоу барабанов Tesla Beat, продюсер Инна Мюллер. Впереди Новый год, совсем скоро. Да, вот. Отлично. Спасибо.